Пятки, время 00:30. Ребята нам привезли нашу новую карбоновую крышку. Завтра обязательно покажу. Всем доброе утро. Решил сегодня подольше поспать. Потому что сна ночью не ожидается. Сейчас едем забирать топливо. И едем к Лексусу начинать сборку. Приехали смотреть, что там замутили с Лексусом. Кстати, ну вот вам, ребятки, крышечка. Надо будет показать, как она на свету выглядит с красным отливом. Приехали в клуб Турбо, в ЕКБ, ДФТЗ, все дела. Привет, Женю. Привет. Короче, все у нас уже, все ждет. Взяли вот такие штучки, сейчас стяжки мы уберем, будем по-цивильному крепить передний бампер. Убирали замочки всякие разные, но решили взять из нержавеечки то, что парни сами делают. Это Z, не будет ничего у нас ржаветь, все кулюторно. Я сейчас смотрю, здесь в наборе сразу ниточки, веревочки, чтобы ничего не отпадывало и не пропадало. Все, Женек, спасибо, мы полетели. Давай.